давай на канале Хазарт Инфлип. Сегодня мы с вами на экскурсии в ипподроме. Что с нами? Миша? Что с нами Гордей и Никита? Если остались, дайте чуть-чуть конфет. Смотрите, ребят, там кони бегут. И автобус. Так, догоняй, Денис. Почему у меня такая камера сегодня мутная? Жалко. Мальчики, вы задержите. Я ее никогда не чищу. О! А то пахнет прям как у моей бабушки. Тимон! Да прям как у бабушки. Камни на обитку. Не, не в деревне. Это город такой небольшой. Я живу камни на обитом. Смотрите, ребята. Короче, прям... мы в строю. Ребята, смотрите. Тут что-то пока ничего не видно. Гриша. У меня был раньше канал. Я фифу снимал. О, фифу. Фига. У меня был раньше канал, я фифу снимал. У меня был раньше канал, я раньше там фифу снимал. Фифа. Лошадка. Фига. Если говорили вам, Миша, нет. Смотрите, снаряд, это Миша. Покажи свое лицо. Мальчики, ну-ка справа. Я наступил в грязь. Помним, что не фукаем, да, там? Смотрите, рядом лошадка. Как будто это... лошадиных резин. Там это шампунь такой. Да, кажется, как в деревне. Такой, так, да, Денис, такой шампунь есть там такая же? Это лошадь. Куда Арина вышла? Тут что-то происходит. Тут, ребята, смотрите, тут что-то происходит. Смотрите, ребят, это Дауд, мистер Даудик. Ребята, это Кирилл и Лизаров. Что-то еще у тебя лагает. Да у меня не лагает, все нормально. Все под контролем. Это для инопланетян. Вот там собачка. Там инопланетян. Стрим, это для инопланетян. У него есть мистер Даудик. Смотрите, ребят, тут какой-то чувак прибывает. Нормально, мужик. Место какашки. Место какашки. Миша, сейчас я тебя снимаю. Где? Смотрите. Смотрите, ребята, какая-то дичь происходит. А, да, Рена, Женя, у меня выпущу третью часть Юр Тудай 2. Рена, мне открыто там, Рена, уже третья машина. Я прокачаю вторую машину до максимума, Рена, сегодня покажу. Там лошадка. Там написано welcome, welcome to Russia. Фу, ребята, а что мы уже били? Смотрите, ребята, собачка бежит. Миленькая собачка, только она по фигалям ходит. Эй, это все моча. Это не моча, Денис. Рядом какой-то дебил, короче. Не обращайте на него внимания. Welcome to Russia. Она там что делает? Срет. Денис! Ты, Рен, там кошка голубя схватила. Голубя поймал. За котами смотрим. За кого? Молодец. 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 Ждет. Встретимся в четвертом классе. Ну так хорошо ловила. Фу, фу. Фу, мы запахнули. Карета. Фу. Ебой, мазафак. Я не
Внимание на экскурсовода. Пока не ушли, я не могу дышать. Смотрите, мистер Даудик офигел. Тут подниму. Ой. Это Мишин телефон. Пойди. Филиппс. Вот тираннозавр. Так. Воняет табаком. Нормально пахнет. Придумали есть личку вроде. Также у всех лошадей. Вот эти циферки обозначают кормление, сколько лошадка кушает. Такая большая кружечка, которая называется Гаррис. Нет, не 2 килограмма. Эта лошадка кушает на обед, на завтрак, все по расписанию. Питаются они сеном и овсом, как вы уже, наверное, заметили, сено любят травку. Ну, любят угощение, которое вы привезли, и мы с вами потом их угостим. У Миши есть угощение кириешки. Блин, я в говно наступила. О, no. Ты че, это куртка? О, тут открыто. Версаль. Фу. Смотрите, ребят. Блин, это его зовут Космостар. Это украли название. Не понимаю, почему у меня такая слава, а им нет. Видели вот звезду? Да. Три, Космостар. Три. Кириешка. Космостар. Космостар его зовут. Космостар. Это украли название. Есть такие эти. Я медовые звездочки продаю. Вот, три. Это Лизун. Они играют со слаймами. Лошадки. А у этого нет Лизуна. Он тебя боится. Что ты делаешь? Как его зовут? Приор Лок. Как Люк Скайуокер. Ух! Сзади к лошадкам никто не подходит. Здесь мы потом будем кормить лошадей. Мы сюда вернемся. Поэтому здесь мы пока не задерживаемся, идем в другое дело. Стрика красивая камера. Она может копытами сильно ударить. Дум-дум. Ай, а где Миша? Миша! Миша, подожди меня. Миша, подожди меня. Это все на лошадь. Погнали. 40 гривен потеряли. Да. 40 гривен потеряю. А чешуеть вообще? Я не могу дышать. Миша, я Гриша сейчас возьму за руку, вон туда с Гордеем вас выведу. Будете нас ждать на улице. Катюш, не надо, напугайте нашу. Познакомился с пацаном. Я с вот этим плюмбуром. Что там до утра? Плюмбум. Кормление. Вот все у них свой режим дня. Пусики какие. Девчонки, не балуйтесь. Давайте я вас поговорю. Пусики. Пусики. Пусики.
их надо платить. Ты же набил? Гордей. Кушает. Смотри, какой огромный Лизу. Они играют со слаймами лошади. Такие. Люди. Кто-то тут идет. Лошади тоже. Или Стёпу завезли. Миша. ЖК. Все, что? Пилигрим. Пилигрим. Кожелицо. Кожелиц. Вон, пилигрим. Пилигрим. На Ольга Кашка. Смотрите, ребят, какая красота. Блин, вы это можете соскриншотить себе на обои поставить. Во, ряд, скриншотик. Пилигрим. Классная фото. Да? Братан! Смотри, Денис. Нифига. Здоров. Ты чё? Ой, извини. Вон, сгоните. Здорово. Это фиаско, братан. Фу-фу-фу-фу. Я там опять зашёл. На руками не лезьте, лошадки. Будет конь Гордей. Она меня... Мы теперь руку мыть не будем. Лосатка, дай я тебя погладить. Новые лошадки. Новые лошадки, закрываем вас. Давайте. Мне харкнуло. Копытами. Ебонь. Рядом. Это новая... А что, удобный домик ляшей? Так, выйдите отсюда. Это новая орда короля... Короля лошадки. Короля Артура. Я так и хотела сказать, а потом... Короля лошадки. Утим-поли. Так, от Кони пока отходим. Это пони? Да, там. Да ладно. Это Денис, ты же в группе есть? А Даша писю не видел. Блин, ребят, если вы что-то слышали непристойно. Ребята, если вы что-то слышали непристойное, то ничего страшного. Это бывает. Космостар, это украли у печенек. О, горело, пахнет. Смотрите, ребят, лошадку зовут кормить. Лошадку зовут кормить. Блин, ее зовут. Марин. Ту-ру-ру-рун, ду-ру-рун, ду-рун, ду-рун, ду-ру-ру-рун, ду-рун, ду-рун. Ебой. Марин, говори. Он такая холодненькая, у него зубы такие. О, они ушли уже! Покажи свое лицо. Покажи свое лицо. Ты распинал, да? Покажи свое лицо. Покажи свое лицо. О, кофемашина рядом. У меня деньги с собой есть. Доширак. А то можно потом что-нибудь? Доширак там есть. Там дошики продаются. Еще ближе к стеночке. Все к стеночке. И прекращаем громко разговаривать. А что такое веселое? Просто ты сидишь и катаешься. Почему так медленно? Так, лошадок, Кость, на который вы будете кататься, зовут Арамис, вот этот маленький, Ренессанс, Бархат, Бамблби, Сокол и Гайда. А где Бамблби? Бамблби, вон он блестящий. Смотри, Бамблби! Слушайте, как тут.
камера. Знаешь, говорят, такие камеры на кепку цепляются. Ярик! Ярик! Это конченый Эдик. Конченый Эдик. Здравствуйте, это конченый Эдик. Врачёс ногой делал. Врачёс ногой делал. Смотрите, ребят. Изучка. Ай, Ребят, надо врача вызывать, Надо врача вызывать. А мне как-то пофиг. А мне вообще насрать. Ну ладно. Мне больно. Нога больно. Я сломался сустав. Ой. Так, это плохо, как я понимаю. Вон Бамблби. А, вот он Бамблби. У меня такое чувство, как будто по мне кто-то лазит. Кошечку не хочешь? Да. Смотри. Кошечку сними. Мы покажем один крутой кадр. Дай. Подожди. Кошечку загорает. Смотри. Смотрите, там кошечка. Это кошечку погладит. Нет, давай, смотри. Смотрите, там собака в дырке. Смотри сюда, смотри. На попу смотри. Смотри, попа смотри. Смотри. Она сказала. Смотри. А я посмотрела, что. Смотри. Это женщина. Нет, смотрите, это же Рик и Морти. Чего у них такие мелкие письма? Мари. Будет запиликивать? Мельчайшие. Пауза.